Группа «Черный обелиск» закончила выпуск двух переизданных альбомов, которые вскоре выйдут на компакт-дисках и кассетах. На этих альбомах все фэны могут услышать полюбившиеся старые добрые хиты Крупного и его товарищей, которые ранее никогда не издавались. Здравствуйте все. Поздоровайся. Мы находимся на студии SNC, где записываем свой очередной альбом. Очередное. 1, 2. Два альбома. 3, 4. Сколько? По-моему, все-таки где-то в районе 3. Да, два. Значит, мы записываем, как выяснилось сейчас. Как всегда, я все знаю самым последним. Вот, мы записываем два альбома. Один из них ремикс «Стены», второй совсем новый. В этом ремиксе присутствуют те вещи, которые не входили раньше в альбом «Стена». А мне хотелось бы представить участников бэнда. Владимир Ермаков, барабаны. Дмитрий Борисенков, соло-гитара. Юрий Алексеев, гитара. Ну и, собственно говоря, вот... Анатолий Крупнов, бас, гитара и голос. И голос, да. Потому что вокалом то, что я делаю, назвать сложно. Итак, пока. Пока. Ждите нашу пластинку. Две пластинки. Несмотря на пол.